Всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Сегодня просто вообще замечательный день. Настроение офигенное. Плюс устроился тут на очень хорошую и прибыльную для меня работу. То есть все просто замечательно. Еще сходил сегодня в казино. У меня вот сейчас вот завис самп, короче. У меня подвисает немного, ребят, извиняюсь, потому что я не знаю, почему вообще подвисает самп. Вот. Сегодня видео я это буду рендерить в более таком большом разрешении. То есть, не знаю, там, посмотрим, ребят. Я пока не знаю, как там, что. То есть, скорее всего, я сниму отдельное видео, то есть, тест видео в большом разрешении, в таком, который мне позволяет максимум. Вот, и постараюсь его выложить, то есть, чтобы вам, ну, показать, как так лучше или так лучше. Уже по вашим комментариям, там, я решу все. Вот такая вот тема. Ребят, сегодня, в общем, сходил на 0.3 к Алану, сходил, он мне дал 4 миллиона, которые он мне проиграл, так скажем. Я их поднял до 5 и 5, но потом, как бы, 500к просрал, в общем, 1 лям только поднял. Вот, хочу сыграть тупо на 5 лямов, я не знаю, там, затащу, не затащу, но я завтра постараюсь, или даже сегодня, вот, к вечеру, там, как получится, то есть, постараюсь затащить эти 5 лямов, удвоить их до 9. Если вдруг затащу, ну, у меня там банчата, то есть с Алланом придется ехать. Приедь, пожалуйста, к аренде машин. Нет, братан, я занят. Так, вон там Олег и Мерланд, и я сейчас в СТО, кстати, устроился. Да-да-да, ребят, теперь я буду работать в СТО. Олег и Мерланд вчера затащил огромную сумму денег, по-моему, не знаю. Но что-то там было такое, то что кучу бабла затащил. Вадим этот, как его там, Макс, Вадим, хрен пойми, короче, вот Олег Амирланд, это его СТО, я у него тут работаю, нормально. Да. В общем, буду жить тут пока что, работать, то есть, прям, чтобы все было хорошо. Хилку там сделать, да какую хилку? Хилку, у меня он слетать будет каждый раз, я вот на день всего покупать-то буду, мне он тут постоянно не нужен. Олег, кстати, какая ЗП у нас тут в СТО в этом? $50k в день. Отлично, ребят, час 50 тысяч. Ой-ой-ой, вот это да. Час 50к, это хорошо. Я сейчас сдохну, в принципе, я тут буду жить. То есть сдох, прибежал опять работать. А как? Ну. Так, стоп, цена продукта, минимальная зарплата. Панель. Так, стоп. Стой, сейчас проверим. Переоденься. Сейчас сдохну, проверим. Так, сейчас сдохну, проверим. Ага. Так, вот сейчас проверю, как, что у него там с работой. То есть мне нужно еще гайдики небольшие посмотреть, помочь Олегу, то есть, потому что у него первый раз это СТО, то есть, чтобы оно не слетело, чтобы его не слили. Ну хоть все знают. Ой. То, что у меня есть видео там, где я сливал СТО, но, ребят, это не в этот раз. То есть здесь я сливать СТО не буду, потому что как бы кореш мой. Зайди за мной. Так. Два. Погнали. Гоу. Нет. Так. Сейчас проверим. Сколько у нас тут платят?
А, ну. Все отлично. Но если так делать, и кто еще приедет, то да. Допустим так, если в день плюс 5 кк, то рабочим по 500, по 200, 500 к. Как бы ЗП от тебя. Машина может быть две. Надо. Делай так, чтобы записывал по многу одного и того же. А то банк сольет. Ну, предупредил его, как бы, то, что не писать, ничего не делать, потому что бывает, когда по многу раз делает всякую вот эту вот фигню. То есть, ну, как я вот делал, да, там у меня сколько там, 75 тысяч просмотров на сегодняшний день собралось, уже, может, 76. Получается, каждый человек, если так будет делать по много раз, то есть туда-сюда, туда, пустил, выпустил, само по себе, то есть банк, вот у него сейчас сколько, 1 лям, ну, само собой нужно там 1600-700 оставлять, да, то есть, потому что, как бы, ну, не знаю, зачем оставлять, но друг вот у меня оставлял, у него СТО вообще никогда не слетело, а один не оставлял у него через неделю, она почему-то слетела, когда он не заходил там по причинам, то, что у него там с компом проблемы были, ну, короче, хз. Вот, 10%, 1 кк. 1 кк. 10% плюс. Так, ну у него где-то на банке было 200 тысяч, сейчас уже лям. То есть он говорил, то, что еще 4 ляма снял. То есть люди ничего так ездят вообще, отлично. Продал СТО это ему Давид Хенсли. Получается, да что не... Ну-ка. Тинфо. Ему мехом устроиться. Ему мехом устроиться нужно. Ему мехом устроиться. Ой, блин. Не, с Олегом нужно это отдельно уже разговаривать, потому что как бы он сейчас хочет, чтобы механик его записал на тюнинг. Это нереально, потому что механик не записывает. А записывает заместитель, а механик как бы все это делает. Олег, так, выйди, расскажу все. Выйди, расскажу все. Толку-то вот от всего этого. То есть, если он не знает, куда? Олег, короче так, блин, что за жизнь? Ты где он? Этот не может записывать. Только получая за это деньги. Да. Все, только замы могут записывать. Ух ты, ё. Не, конечно, придется повозиться с Олегом, потому что у него как бы это хоть и первое СТО, но прибыль уже налицо, ребят, то есть он, я думаю, окупит. А потом надо подкопить как бы немного и этот спросить, чтобы он мне ее продал, там, когда уже наиграется с этой СТОхой. Но вот хочу тоже СТО. А, я, кстати, тоже был в казино, немножечко поднял денег. Восстановил, в общем, все свои деньги, все там
ну сколько у меня сейчас, 20 миллионов, что ли, да, 20 миллионов, даже больше, вот, получается, сходил в казино, поиграл, сходил в казино на 0.3 поиграл, то есть все отлично. Еще скажу, вот поиграем, на 0.3, если проиграю, в принципе, пофигу, там ничего я не могу сделать, хотя нет, могу перевести все эти деньги. Да, ребят, могу качнуть до 15 левела аккаунт, у меня он там первый левел, ух ты, не. Там я точно качать до 15 левела ак не буду. Потому что это бред полный там. Прикиньте, тут у меня вот 20, да, а там нужно до 15 докачать, это еще, то есть целый месяц. Что вы делаете? Короче, так. С тобой в скайпе поговорю. Он принят. Он принят. Бля, он дурак, нет. Он принят, ёлки-палки. Пусть мехом в мэрии устроится. Хрен его знает это. Короче, это нужно... Да, во-во-во, правильно. Пусть гайд по всем этим. Я хз, команда какая. Мне пофигу. Я никогда не увольнял, я в основном-то всегда только пахал на этой СТО, досливал ее к чертям. Это, то есть, вот эта вот СТФ-то, которая была там, слил ее нахрен практически. Ну как, я там ляма 3 поднял на этой СТОхе там, да? Вот. Мне, в принципе, это все устраивало. Блин, нужно, чтобы этот устроился, во-первых, мехом. Если он устроился, то, по-моему, мы записываем, а он просто заезжает на машине и все. О, его еще кикнет. Я не знаю, как вот все эти работы, то есть я СТО не имел, честно хочу сказать, да, не имел никогда. Но я много об этом всем знаю, там вообще. Так, стоп. Т-панель. Так. Ну тут как на ферме, назначить механика, то есть получается назначить механика ИД, там минус 1, минус 2, авторизуй в скайпе, ну понятно. Так, установить цены работы, ввести верты на лантакса, то есть на банк этой херни, ввести верты, ну давай один вирт вот так вот. Ага, эта функция доступна только владельцу, окей. Назначить зама, установить цены на тюнинг, опа-на. Гоу, братуха. Что хотите. Собака. Погнали. Что хотите? Двигатель. Охренеть, он дурак. Он что, вставку реально захотел? Все, отлично. Удачи. Не разбивай больше. Да понятно, что огромный. Ёлка, ну-ка, сколько я там заработал? 3000, ну блин, ну чё такие копейки, ёлки-палки. Я не знаю, сколько у него там процов было, ребят. То есть, у него там было 3... Инфа. Ты его, я не знаю, сколько у него там процентов было. 3К. Восстановка и этот, то есть там на 1500 больше. Вообще все супер, ребят. Теперь буду работать постоянно в СТО. Кому нужно затюнить авто, приезжайте, тюньтесь. Всегда к вашим услугам, так сказать. Машину отдай. Вот жучара. Отлично, теперь тут буду жить, надо будет заплатить за домик, то есть на недельку там хотя бы, то есть всю прибыль я от СТО заберу, ну как сказать, короче, вот прибыль от того, что вот дом я как бы купил, да, там оплатил на месяц, допустим, 170к я за неделю уж точно заработаю.
Так. Снять, нет, не снимать. Пополнить домашний счет. На-на-на-на-на-на-на. Не, не буду ничего пополнять, потом пополню. В жопу. Потому что сейчас я не знаю, либо его солью, либо нет. А на месте, если сразу пополню, то сразу впадло мне это. Так, хорошо. Да, ребят, вы пишете очень много то, что почему я редко снимаю, почему я видео не делаю там, да, то есть вот так. Ребят, я делаю видео, то есть сейчас вот каждые два дня, то есть как там набирается, допустим, 800 просмотров на каком-нибудь видео, да, то есть вот у меня набирается там на 5 что ли видео подряд, вот я и снимал. Сейчас там на одном там 770, то есть жду 800, и еще на одном 400, то есть 800 просмотров набирается, я выкладываю это видео. То есть новое набирается, я выкладываю еще одно видео. Набирается еще одно, еще одно, еще одно. Вот, и так вот и делаю. То есть это... Видео, конечно, будут выходить и раньше. То есть 100% будут выходить. Теперь вот точно уже будут выходить очень быстро все эти видео. Вот. Но пока что еще вот два видео будут выходить только по 800 просмотров, да? То есть как наберется 800 просмотров, так и выйдут. А потом уже буду каждый день пилить видосы. В общем, ребят, на этом заканчиваю. Теперь я работаю в СТО. Все отлично. Деньги есть. Есть, в общем, деньги. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Ребят, да, скоро будет еще конкурс на донат-код. То есть я его все-таки сделаю. В общем, ждите конкурса еще. Всем пока.